Вот так вот. Они, Рамзан Ахматович, они рассказывают все в один голос, как вот эти вот недоумки прикрывались ими, держали их вот так в заточении. Вот они, реальные пленные, которые могут быть в 21 веке. Как вы видите? Это слово, это издевательство было полнейшее. А вас кто-нибудь предупреждал о том, что вы можете выйти, что мы для вас организовывали коридор? Нет, они говорили. Вот как мы и предполагали, никто их не предупреждал о том, что они могут выйти, что мы им организовали зеленый коридор. Вот получается, вот эти вот взрослые люди, дети, которые находились в заточении, которыми прикрывались как живым щитом, вот они, как говорится, сегодня уже получили возможность выйти, вот, пожалуйста, выйти из этого заточения. Вот так вот. Все, Сахмат, сила. Хвала Всевышнему, что они уже живы, здоровы и на свободе. Вот, получается, наши мирные жители вышли с подвалов, смогли уже, как говорится, вернуться живыми, здоровыми, будем надеяться, у них дальше уже все будет хорошо. Вот они говорят, у нас не было георгиевской ленточки, вот как у нас, ее у них не было, но у них была георгиевская кошка, вот она. Так что вот они, получается, у них была вот такая георгиевская кошка, которая у них была путеводителем для того, чтобы они могли там продержаться. Так что вот такие дела. Это их не талисманы, не говорят. Вот так вот. Она нам не дала уехать два раза. Когда нам кричали, что пожар, эвакуируйтесь срочно, эвакуируйтесь. Когда заходили выслушники, говорили, все, вы сейчас тут сгорите. Мы смотрим, кошка лежит. Ну, поговорим, и мы остались. Ну, правильно. Вот так вот. Так что, такая у нас друзья. Рамзан Ахматович, тут хотят, чтобы увидели, что они живы. Добрый день всем. Мы живые, мы здоровы, у нас все хорошо. Мама, сестра, дочь и мои родственники. У нас все хорошо. Передают привет близким. У них